Иди нахрен, акула! Уйди отсюда, тупица! Уйди, это наш плод! Как это? Ну, значит, мне что-то делать, значит, все, конец, мы вообще никуда не пойдем больше! Сейчас, подожди, надо придумать! Так, сейчас я его быстро, это самое... Подожди, это же акула, что у нас вот это... Да, это акула! Слушай, мне кажется, что таки плохая идея была пить водку, то что-то мне как-то уже плоховато. На самом деле, что-то мне тоже не... Я вообще тебе говорил! Я говорил, что я не алкоголик, я пить не буду. Игорь, она ест наш плод! Проснись! Очнись! Ну чё ты? Нормально всё так. Подожди, я собрался. Нормально, пойдём! Пошла нахрен, охопа! Два так! Убей её! Я её жгу! Горе! Её факелом бьёшь, что ли, сейчас? Я её сожгу нафиг! Из неё котлету сделаю! Ты что только что факелом завалил акулу? Я не знаю, я её ножиком вот так вот чик-чик. Ты вообще какой-то невероятно злой тип, я тебе хочу сказать. Я вообще не знал, что так можно. Игорь, слушай, это нормально, что я очень сильно хочу пить? Это я тоже, кстати, очень сильно хочу пить, а еще башка болит. Подожди, ты же говорил, что если мы выпьем эту водку, то мы... Подожди. Я импровизировал. Шо? Ну да, у нас с плотом есть небольшие проблемы. Придется восстанавливать его заново. Иди оторвай кусок крыла от самолета. Игорь, ты дебил, ты в курсе, что, ну, как бы железо, оно не плавает. Нам дерево нужно, а дерево все потонуло. Железо не плавает? Mm-mm. Есть план, говно плавает, как бы срём и лепим. Игорь, ты понимаешь, что мы наделали? Это все из-за тебя, из-за твоей тупой водки. Я вообще не помню, как мы тут оказались. Как... Моя тупая водка приманила акулу, что ли? Нет, подожди, что? Вообще, как мы тут оказались? Я и последнее, что я помню, это как ты мне даешь водку, а потом... Сюда немного подтягивают! Нормально, Игорь! Ой, нет, кстати, тоже немного смутно все помню. Так, ладно, все. Нам надо думать, как нам лучше домой возвращаться. Пойдем в самолете, может, что найдем. Может, доски или катер, или надувную лодку. Блин, подожди, так это же реально наш самолет! Так можно мои мама с папой? Пошли! Это реально, там в этом самолете может быть мой автомат, Жек! Подожди! Мой автомат! А как туда? Я не понимаю. Да как туда, я не знаю, как. Эй, людей нету. Откройте! Мысли людей нету. Жек, я нашел вход вообще-то. О, подожди. Вот он. Подожди, Игорь, слушай. Вот. А если двери открыты? Так это значит, что они выжили и выбрались? Ну да, наверное. Так значит, мои мама с папой еще живы? Ну да. Я же тебе об этом говорил вообще. Кто тебе сказал, что они мертвые? Ну, это там пилот говорил вообще. Подожди, не оставляй меня тут! Капец, это ж тут эта вода в самолете, Жек, а если тут электричество накрылось, нас сейчас какая-то. Подожди, а может мы тогда лучше не пойдем? Да, если электричество накрылось, то все. Да ладно, мы уже здесь стоим, не ссы, заходи. Тут нифига нет, я открыл штуку, нифига нет. Подожди, сейчас дай посмотрю. Да я правда. Жек, стой! Иди сюда, шо это? Что там? Это какой-то знак, да? Ты дебил? Нет. Ты, походу, дебил. Пул — это толкай по-английски. Жек, я вообще-то на уроки ходил, и я знаю, что пул — это не толкать, а тянуть. Ой, ну и что? Тянуть, толкать, какая разница? Главное, всё что... Все понятно, и кто тут еще среди нас умный? Дебил. Под что делать-то будем? Чего мы здесь хуй? Эту срань, потому что нам надо найти что-нибудь. Так, ладно, давай. Сейчас посмотрю. Оп. Игорь, я тут что-то кое-что нашел. Что там, паспорт? Ну, паспорт, вот, не знаю, нужен нам паспорт? Не, нам паспорт не надо. Ну что-то там есть, поесть, ну, может быть. Голодный, разбитый капец. Телефон, смотри. Разбитый телефон? Да. Разбитый. Подожди, а он работает, там звонит что-то? Не, он разбитый, он не работает. Да в смысле, у меня тоже на экран был разбит, он же работал. Потыкай, ты же знаешь, разбираешься, у меня айфон, а это какой-то вообще непонятный телефон. Не работает он, все выкинь его. Ладно, зачем? Хорошо, подожди, ну, так, еще вот еще бритва есть. Какая нафиг бритва? Ну бритва, я не знаю, бритва и бритва, я не знаю. Господи, нам еще и бритва, нам бритва точно не надо. Не ручка, надо нам бриться.
подожди, ручка, может ручка прикатится для чего-нибудь. И что ты будешь писать? Свои мемуары, как ты называл на острове, выкинь ее нафиг. Нет, ручку я оставлю. О, нет, вот это точно надо выкинуть сейчас, погоди. Что это такое? Куда это ты пошел? Стой, подожди. Так, это нам не пригодится, и вот это нам тоже не пригодится. Ты что, не выкинь пиво, его пить можно? Да какое пиво ты гонишь? Ты только что мы выпили эту твою водку поганую, которую ты посоветовал, и все. Это вообще не моя. Восстановит жажду. Что-то восстановило, только вот наш разломало, и все. Все, давай, все, давай, не выпендривайся, а ищи что-нибудь полезное. Хорошо. Если что-то здесь было, значит, что-то еще должно быть. Сейчас, погоди, вот это попробую открыть. Оп. Говорит, ну тут еще один паспорт. Я не знаю, нам нужны эти паспорта? А может Нафиг они нам нужны? Мы тут кредит ни на кого не оформим. Мы посреди океана. Так, ладно, тогда забирай эти паспорта. Еще один разбитый телефон нужен? Какой еще один разбитый? Ну, еще один. В жопу! Какой еще один разбитый телефон? А крем от загара, смотри, это, видимо, в Турцию летели. Мне мама тоже говорила крем от загара взять. Господи. Так, крем от загара нам тоже не нужен. Хотя, кстати, пригодится. Не, бери. Так, хорошо, крем от загара оставляем. Кроссовки. Подожди, я тут кое-что не заметил, что тут еще было. Смотри, что тут есть. Человек, это твои трусы? Нет, это не мои трусы, это я там нашел. Мне кажется, это твои трусы. Да. Был, у тебя были розовые это трусы. Это меня подставили тогда, это мама сложила. Нет, Жек, мне кажется, это твои трусы. Не мои трусы, открывай давай, все, я тут ничего полезного нет. Все понятно, Жек, я нашел свои трусы. Твоя очередь, открывай, давай. Все, твои трусы держи, одевай, а то без трусов ходишь, как дурак, так. Ага, здесь ничего нету, а здесь у нас... Опа! Жек, короче, я тут вообще офигеть, что нашел. Что там? Вместо огурцов ты теперь будешь кушать протухшую картошку. Не вот буду я есть протухшую картошку, сам ее забираю, эту протухшую. Фу, она воняет еще. А еще нашел, вот еще нашел. Что это? Игорь, убирай, это нельзя, убирай, все. Так, давай. На всякий случай я... Вот давай на всякий случай дай мне, хорошо? Игорь, тут какая-то одна фигня вообще, жуть, шляпа, еще одни трусы, не мои, кстати, хочу отметить, вот это, да, вот это. Это 100% твои. Все какая-то хрень, нафиг ты мне эту одежду накидал вообще, подожди, это использованные подожди, трусы. Подожди, Игорь, я кое-что понял, а мы же с тобой не проверили еще кабинет пилота, может у него там что-то полезное кабинет будет? Кабинет пилота? Точно, пойдем, Жека, пойдем. Так, давай, опа, смотри, Жек, что там, а ну давай, проверь, что там. А может там уже были? Нет, давай все, проверяй ты. Да я там уже был, мы когда летали, я там был. Блин, нифига, тут сколько кнопочек. Игорь, смотри, тут какие-то кнопочки. Ну, ничего не нажимает, ну мало ли он взлетит. А, так это ж хорошо, может домой полетим? Сейчас я потыкаю. Ага. Ой, я тут нашел какой-то чемоданчик, ну-ка. Нифига себе, блин. Так, вот это уже неплохо. Игорь, тут какой-то трындец. Смотри, что нашел. Смотри, что нашел. Это бензопила? Офигеть, я не знаю, но это что-то... Пойдем распилим... Ой! Извини, я не знал, что она так работает. Отлично, ты меня так все чуть не порезал. Он спрячь эту фигню вообще. Блин, крутяк, пошли. Спрячь ее подальше от меня. Я нашел такое, от чего ты просто офигеешь. Смотри. Что это? Ключи? Отлично, замечательно. И что мы с ними делать? Да ты посмотри, какие это ключи, посмотри. А, медалич... Ключи от багажного отсека. Все, да. Жека, ну иди вскрывай. Подожди, а где багажный отсек у корабля? Да вот он. А ты уверена? А там еще какая-то штука есть, вон я что-то видел. Давай вот эту вскрывай. Подожди, а ты понимаешь, да там весь багаж всех этих, кто тут был на самолете. Сейчас. Кстати, еще я надеюсь, там будет что-то это, еда. А почему я вообще вскрываю? Это ты профессионал там по всяким вскрытиям. На, вскрывай. Че я-то сразу, капец, ты меня заманал. Я не понимаю, когда там тыкать. Да вот, все просто! Нифига, видишь, смотри, что там! Давай сам залазь, смотри! Давай ты залазь, я не полезу! Нет, смотри, все! Ой, ладно, сейчас. Давай, что там? Игорь, это трындец, это просто... Я нашел свои опять трусы розовые, я да? Нашел батарейки, я нашел, смотри, что! Пистолет! Ну, дай мне! Подожди... Мне нужен пистолет! Я что-то я делаю, сейчас, подожди, я что-то делаю. Что ты делаешь? Не заряжай его. Я его заряжаю. Тебе нельзя, ты сейчас выстрелишь ногу, потом тебя лечить, тут еще подорожники искать. Ты хватит! Блин, какой крутяк. Ладно, держи, на, посмотри. Еще вот, смотри, вот там тебе патроны. Патроны забери. Офигеть, это револьвер! Подожди, только не так патроны, еще пригодится. Погоди, а что тут? Еще нашел, смотри, что.
Че это? Не знаю. Это граната, только не взрывай ее в этих аборигенов. Это лучше потом. Пусть у тебя будет. Подожди, Игорь, смотри, что я нашел. Батарейки. А помнишь, у нас с тобой рация не работала, и она мы не могли. Точно! Реально! Это что, если сейчас ставит его батарейки, мы сможем связаться с кем-то? Так мы сейчас реально свяжемся и попросим... Давай закажем пиццу! Да нет, мы попросим, чтобы нас спасатели привезли, забрали, все, замечательно! Потом закажем пиццу! Потом, когда домой приедем, обязательно закажем пиццу. Закажем пиццу! Да, все, я подожди, сейчас я вставляю. Так, Игорь, ну я вроде как вставил батарейки. А ну, там покрути чего-нибудь. Давай кручу. Алло, приемно, слышно! Алло, спасите! Мы на необитаемом острове! Алло! Опа. Как будто что-то, ну, слышу какой-то голос, но непонятно что. Мы здесь, мы на необитаемом острове. А мы на разбитом самолете. Мы на самолете летели из Кукуева в Турцию. Да, мы посреди океана. Да? Да, походу они нас не слышат. Блин, да он как-то... Он, подожди, он может, быть, но... может быть здесь связь работает плохо, может сюда какой-нибудь? Алло! Алло! Он начинается. Алло, мы здесь! Тихо, Жека! Ты что? Ты слышишь, какие-то тумба-юмба, что-то непонятное происходит! Да, слышу, не понял, в смысле, это... Жека, ты посмотри, Игорь. Это туземцы эти, Игорь, аборигены! Это те, которые съели самолеты, пилоты! Надо прятаться, потому что они нас съедят! Я не хочу, чтобы меня кто-то съел! Как они нас вообще нашли? Быстрее, прячься! Подожди, куда? Рацию достал! Сейчас, да подожди, где она, рация? Ты достал! Давай, крути! Кручу! Алло, прием, нас сейчас убьют! Помогите!